У вас что-нибудь от запора есть? Одну минуточку. Вот это вот, это молодежь называется. Да. Все эти радио, ФМы, как там, плееры, компакты. Компакт. Раньше компактом называлось что? Чешский унитаз с бачком. И звучал он, по-моему, гораздо мелодичнее. И главное, гораздо чаще. Все знают, что великий русский хирург Пирогов был великим русским хирургом. Но мало кому известно, что в свободное от операции время он еще немножечко шил. Пришите мне руку. Пришьем, обязательно пришьем. Где рука? Где рука? Две левых. Где? А вот. Пришите мне руку. Что делать? Что делать, доктор? Минуточку. Минуточку. Подержите. Так, хорошо, сейчас, вот так. Сейчас. Вот так, что делать? Вот так уже хорошо. Ага. Уже вот так хорошо. Все понятно. Все понятно. Даже я подевался. Где ты должна быть? Сейчас, минуточку. Скажите мне сразу. Так. Сразу мне скажите, мне можно помочь? Опа. Помочь мне можно? Помочь можно Опа. Мне? Опа. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Так. Скажите сразу, что можно сделать? Ой, ничего страшного. Это по шву. Проходите, пожалуйста. Спокойно. Спокойно. Ну, все, все, проходите, проходите. Проходите. Я как раз по этому поводу. У меня, по-моему, что-то с ногами. Все время их вытираю. С ногами? По-моему, у вас что-то с головой. С головой? А я-то думал, с ногами. С головой. Глазные капли с ксилитом и карбамидом. И ваши глаза никогда не увидят кариеса. Куда ты? Как-то ты, Лешенька, не уверена, как-то едешь. Все нормально, не волнуй. Восьмерочка. Да-да. Центральная, прием. Я слушаю, слушаю, центральная. Восьмерочка, сделаем. Я слушаю. Центральная, вызывай центральную. Леша, Коля, делаем. Где вас носит уже 2 часа? А? Ну что вы там делаете? Как что мы делаем? Мы теряем, теряем. Мы теряем его. Срочно готовьте операцию! Леша, мы теряем его! Всем расступиться! Принять право! Мы теряем его! Срочно! Лучшего хирурга! Мы теряем его! Леша, быстрее! Мы... Ой, что ты делаешь, Леша? Быстрее! Мы теряем его! Спокойно! Мы теряем его! Все в порядке! Его. Теряем. Все быстрее. Хорошо. Мы теряем его. Сейчас, все спокойно. На операцию. Опа. А где же больной?
Лешенька, все-таки мы его с тобой потеряли.